Итак, попробуем собрать этот ноутбук. Все, мы почистили. Эта схема у нас сейчас готовая. Теперь нужно его нам поставить на место. Все здесь, термопаста поменена. Ничего сложного нет, но работа очень щепетильная. Так, теперь внимательно мы смотрим, чтобы нам установить его на прежнее место. Нужно просматривать все вот эти шлейфы, чтобы они не мешали. Вот этот шлейф, вот этот маленький, вот эти маленькие. Очень аккуратно. Все очень аккуратно. Так, первый вопрос. Надо питание подсоединить. Конечно, здесь тоже есть своя игра, но без игр не получается. Вот там есть вход, и мы постараемся его поставить на место, где он был. Эта игра, но она того стоит. Хочу сказать, что все мастера то же самое играются. Основная работа. Сделал, поставил, ноутбук заработал. Правильно. Если где-то правильно не подсоединил, вы его не запустите. Чтобы вы это понимали. Вот все здесь так щепетильно. Очень. Очень щепетильно. Все, я его поставил. Плотненько его защелкнул. И разворачиваю ее. Оно ложится хорошо, если оно ложится все на свое место. Так. И для того, чтобы его поставить, нужно аккуратненько все. Отсоединить. Дайте мне возможность, чтобы ему ничего не мешало. Вот таким образом. Дальше смотрите. Вот шлейфик. Раз. Он западает. Второй шлейфик, вы его и не увидите. Маленький. Если вы ее не поставите, просто у вас не будет работать какая-то или подсветка. Это подсветка, клавиатура, подсветка. Вот, вот эти шлейфы тоже их вот так оставляем, снимаем. Вот опять он. Раз, видите? Шлейфы на своих местах. Все. Так, считаем, их должно быть 13 шлейфов. Но один мы поставили, значит, должно быть 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Все. Они у вас на виду. Можно смело теперь перекручивать, на место ставить плату. Я беру вот так. У вас у меня магнитик тут есть на этой. И спокойненько ставлю на место. Понятно, что нужно будет играться.
поставим. Поставлю их по диагонали, чтобы плата стояла на своем месте. Настолько все миниатюрное, что один, два поставил, следующий. Четвертый. Закручиваю так, потому что этого усилия достаточно. Это вам не болты, можешь в автомобиле крутить какие-то. Так, есть 4. Опа, еще один. Где-то у нас должен быть шестой. Сейчас мы его найдем. Шестой у нас, по всей вероятности, где-то должен быть. Все аккуратненько. Раз, два. Вот здесь. Вот. Ставим радиаторы. Я, допустим, бы, может быть, я не ставлю, не ставить этот, не буду торопиться, потому что нам нужно вот этот шлейф. Видите? Он уже очень аккуратненько ставить на место. Здесь вот есть маленькая перегородочка, если она будет защелкнута, вы шлейф не поставите. Вот он туда должен сесть. Хорошо. Встать на свое место. Только в том случае, как такой шлейф ставили, вот все на своем месте. Можно поставить и радиатор. Поставили радиатор, тут уже проще, тут уже вот раз и поставили. Все,
индикатора болтики. Подтянули. Один вентилятор у нас стоит. Ну, этот можно тоже поставить. Вот. Берем и этот шлейф. Просто ставим его на свое место. Вот так. Щелк он будет. Аккуратненько чувствую. А, щелкнул. Видите? Все. Он стоит на своем месте. Стоит на своем месте. Мы закручиваем. Можно было закрутить. Закрутили. Второй. Направили. Раз. И закрутили. Раз. Это тоже направили. Магнитик есть. Немножко поддерживаем. Раз. И все. На своем месте. Раз, проверили. Вот так вот. Все. Так, три шлейфа у нас есть. Так, вот этот шлейф мы должен вот так встать на место и защелкнуться. Все, проверили. Это тоже. Они некоторые шлейфы, их несложно ставить. Раз. А с некоторыми нужно поиграться. Раз, аккуратненько. Все. Так. Хорошо. Теперь нужно нам четко попасть, этот шлейф поставить. Тоже его именно поставить на место. Потому что если он на место не станет, вы его не запустите. Вот так вот. Раз. Все, он стал на месте, и здесь защелкаются. Раз, с двух сторон. Два. Отлично. С этим шлейфом разобрались. Также и вот этот тоже идет шлейф, который надо тоже попасть на свое место. Если он не будет на своем месте, то не будет у вас работать Bluetooth, дисковод. Работа такая ювелирная и щепетильная. Вот так вот. Все. Стоит на своем месте. Отлично.
Ну, эти шлейфы тоже. Ну, этими отличаются, что они должны быть на своих местах. Очень аккуратно с ними. Все не так просто, как кажется. Шлейф — это основное звено компьютера. Это контакт. Вот так вот. Такие проемчики есть. Вижу, что он уже на месте. Вот, потом берем, оп, и защелкнули. Микроскопический маленький шлейф, микроскопический, очень незаметен. Стоит вам его не поставить правильно, все, у вас ничего не выйдет. Ничего. Самое главное, что такой работы я нигде не видел, чтобы показывали, как они играются и их ставят. А ведь это самая основная работа. От этой работы зависит работа вашего компьютера. Запустите вы его или нет. Заходи, родной. Все. Оп. Представляете, такой маленький штифт, шлейфик. Мыло за счет. Он встал на свое место. Приятно. Так. А вот здесь я, пожалуй, тоже откручу, потому что, не знаю, попробую. Может, получится мне его поставить. Он тоже очень такой щепетильный. Подгибается. Вот. Где родной? Так. Давайте поставил. Поставил не совсем. Еще не направил его в нужное место. Вот так вот. Теперь он идет туда, где он должен быть. И вот здесь есть тоже защелочка, которая фиксирует. Так, это хорошо.
Осталось у нас два шлейфа. Основных два шлейфа. Ну, один этот легкий, батарея. А вот этот такой. Он сидит. Вот он. Залез туда, куда не нужно. В принципе, он не маленький, но на месте он должен сидеть. То же самое. Если мы его не поставим на место, то не факт, что мы его сможем завести, этот компьютер. Ну, как будто он там стоит и сидит. Угу. Ничего подобного, туда не зашел. Вот и все. Вы... Он как бы сел, да? Он должен туда подальше зайти. Ладно. Чтобы подальше он зашел, сделаю таким образом. Что тут у нас? Я откручу батарею. Я откручу батарею, но на трех болтах. Один болт. Два. Вытяну. Она мне не нужна пока. Я ее положу, поставлю на шлейф. Вот. Теперь я к нему хорошо, у меня доступ, я его могу поставить. Все. Я его вот так защелкну. И по всему вижу, что он на месте. Отлично. Теперь что? Пыли много. Пыли много, почищу. Так, я почистил, шлейф поставил, поставлю батарею и последний штрих, последний шлейф. Вот он сюда в паз вставляется от батареи. Все, он на месте. Батарею. Да, конечно, эту работу может сделать только тот человек, который может работать ювелирно.
Эта работа не каждому под силу. Еще надо уметь. Не знаю, у меня завелся он там, может завестись и с первого раза, вернее, а может и со второго. В общем, обычно так говорят, не знаю, сейчас посмотрим. Так, все, я его сложил, вот, все шлейфы будто подсоединил, попробую его запустить. Яблоко появилось, это уже неплохо. Запустился, это хорошо. Значит, вы подсоединили все верно, термопасту поменяли верно. Вот, я думаю, что, значит, проблем никаких нет. Работает компьютер, работает. Bluetooth видно, смотрите внимательно, чтобы все работали у вас компоненты. Потому что если где-то что-то будет не работать здесь, значит это говорит о том, что где-то шлейф вы неправильно подсоединили. Все, спасибо большое за внимание. Вот так делается работа с ноутбуком. Все отлично работает, видите? Вот. Все. Я его могу выключить. Спасибо большое. Если вам это было интересно, то, что вы смотрите, ну и в будущем, если хотите, пробуйте, занимайтесь сами, делайте. Ведь такая работа стоит очень много денег. Вот я его еще дособираю. Это здесь, это здесь, это вот здесь, это вот здесь. Интересная работа с такой техникой, приятно работать.
Тоже. Такая щепетильная, маленькая. Со своими прибамбасиками. Если ты руки неправильно стоят, я не думаю, что это легко сделать. Вот последние штрихи. Не видел я в YouTube ни одного ролика, который бы показал, как можно разобрать MacBook Pro 17 дюймов 2,8 процессора. Все маленькие, а эти что-то никто не выложил. Пришлось мне все это сделать самому. Ху. Все. Подписывайтесь на мой канал. Система заработала. Все. Засветилось. Отлично. Ну, вот и все.